с тобой, вот ты и я, да, вот как у тебя ник, антивид, вот ты супер крутой профессионал, и я супер крутой профессионал, и мы вот играем с тобой на равных, понимаешь, на равных. Но ты, чувак, красный. И как бы я ни старался, любую равный расклад я буду отставать на один день. Я ничего не могу сделать только потому, что ты первый ходишь, понимаешь? У тебя первый ход. То есть, представь, мы идем на равных, но ты все равно быстрее. То есть, у тебя просто преимущество первого входа в игре, в которой люди ходят по очереди. То есть, грубо говоря, смотри, допустим, ты сильный панчер в драке, да, который вырубает всех нахуй с первого удара, и я такой же, но я в реале такой же, мне легко это представить. А вот ты постарайся представить. Так вот, прикинь, я тебе говорю, чувак, давай ты мне, типа, въебешь, а потом я тебе. Но суть в том, что, типа, если ты мне въебешь, я уже не встану, понимаешь? И в итоге я, получается, буду постоянно огребать по лицу. Преимущество красного цвета, братан. Понимаешь? Большой из ХП. Вот это 28. Тактика пошла. Сигнатурненькие. Прошу заметить, ребят. Сигнатурочка заехала. Сигнатурочка. Так, спокойненько. Это ПОК, как обычно, господа. Как обычно, это ПОК в скобочках пупог. Так, тут кони что-то охраняют. Подкачаем его. Ой. Ебать, что я делаю, нахуй. Ебать, как я ебашу в эту игру. Спокойно. Тихо, Кристи. Так. Он стоит и держит дефенс. Держать щит, боец. Держать щит. Держим щит. Не знаю, что там у Гена. Я надеюсь, у Гена все мега дерьмово. Надеюсь, Гену там сейчас просто какие-то титаны... Просто титаны. Он такой нападает на титанов еле-еле. А они такие моралятся все дружные. Такая мораль такая. На, в грандов. На, еще в грандов. И Гена там охуевает, не знаю. Надеюсь, вот это единственный наш расклад. Вот. Или Гена такой пробивает ГО еле-еле. Выходит, а там следующие султаны и фриты стоят вот такие ручками. Вот так вот там макарену танцуют. Просто танцуют вот так вот, говорят. Гена, говорят, давай, ёпта. Султаны и фриты, да? То есть сразу за ГО. А вот. Он такой на них нападает, короче. И они моралятся тоже жестко. Я стараюсь день, допустим, вот это вот употреблять, день не употреблять. Ну, я также, в принципе, и другие штуки также делал в реале. День употреблял, день не употреблял. Ну, вот, короче, буду миксовать, дружище. Блять. Вот это плохо. Так, ангел, 18. Если кидаю на него замедло, он не достает. Вот и вся хуйня. Вот видите, блять, Саня, блять, царь нахуй. Царь игры, ребята, пизда всем через год. Я вам ору просто. Здесь, ну типа, невозможно ничего сделать. Они стоят на месте, а я прогрессирую каждый день. Я не знаю, пацаны, о чем. Поехали. Спать. Смотрим, Гена хороший или злой. 4-3-2, пока непонятно. Количество городов у Гены больше. Героев одинаково. Золота больше, всего больше. Так, хорошо. Так, вот эту консу. Давайте думать, кем мы будем ее брать. А, да, точно. Гена 10 в... Да, точно, точно. Чё-то хуйня получается. А, я сбиндил, понятно, я обосрался. Я забиндил вот это на Control 2, я понял, я обосрался, ребят, не проверяйте. Так, сейчас. Вот так вот предлагаете напасть, да? И контром один сделать. Блять, я опять обосрался.
Понял. Я не знаю, как это работает, но, короче, это, видимо, раз биндишь, и потом, короче, разбираться надо. Так, чтобы подлететь к титанам, ты снимал его. Чё ты снимал его? Так. Фу. До его хода. Я убиваю его собаками до его хода. 30-50. 10. Остается 20 хп на чудике. Не понял нихуя. 168 урона? А почему? Что за хуйня? Бля, что делать? Привет. У меня такой вопрос назрел. Лучше сот или хота? ПС, прочти заглавные буквы в тексте. Люблю. Целую. Ну давай попробую. Это ты так сложно. Давай еще раз попробуем. П это большая буква? Или только с И? Или, ну-ка. Господи. Пут. На лох. Так, лох вижу. А, я тебя понял, братан. Я тебя понял. Я тебя понял, да. Хорошо. Я тебя понял. Это мне долго, тяжело далось. Но я тебя понял. Так, дальше. Что за, блядь, вообще? Откуда эти? Откуда эти вы? Откуда вы? Откуда вы, ребята, блин? Откуда? Вроде я же не хостил. Я что-то ничего не понимаю, откуда вы. Ну, это шутка, конечно, а то яр может. Так. Пиздец, откуда это? Откуда это, ребята? Вот. Сюда. Тут ставлю. Вот. Сюда. И тут вот сюда я иммунен. Бог расстановки. Внимание, А, стоп. Блять, хуёво, он же сюда ударит. Сука. Ладно. Мы все попробуем, ребят. Других вариантов тут не так много. Придется сдыхать всеми, кто лишний. То есть мы сейчас Зубином тоже здесь дохнем. И чекаем, сколько у нас... Блять, иди нахуй просто. Гладиус много храняет? Да. Угу. Ну давайте двойку берем. Потери будут сумасшедшие. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Подводить троглов, тут вроде бы драконы все делают. Здесь он хитро делает, чтоб я ударил по этой гарпии, но я же не идиот. Ага. Не клипуйте это только. Посмотрите на эту Валеску, господа. Посмотрите на день. 1-2-1, Валесочка 12. Посмотрите прокачка Валески. Лучший герой в доте. Спасибо, Кирюх, тебе громадно еще раз. Панят вот по звуку. И вот а будет несмотрибельно. Полимань, педик? Не смей хитить моего Саню. Тихо, тихо. Без этого слова только не забудь, пожалуйста, ребят. Всячески не поддерживаю на стриме подобные выражения. Человек спылил, был неправ. Он очень извиняется. Я к этому никакого отношения не имею. Вот, это не ко мне. По поводу на руку, я говорю как есть. Я имею в виду, что, грубо говоря, я был в нужном месте в нужное время. Я заинтересовался героичами до того, как... Должна же быть 75 урона. Господа! Господа! Блять, соседей разбудил. Чё по артам? Ничего у него не было, он все передал туда. Это помолошок был.
точно они были. Так, какие топ-3 замка в Хоте? Ребят, 2, это тир-1, это получается, я так понимаю, еще разок. Тир-1 это замок и Некры. Смотри, замок и Некры, раз, это тир-1. Дальше идут тир-2. Это, я так понимаю, темница, сопряга и оплот. Дальше идут тир-3. Это, допустим, цита и болото. Ну и причас можем там сделать. Так я специально это замутил, ребят. Я специально отошел на 2 клетки с фонтана, чтобы, блядь, не заруинить себе дабл ману на следующей неделе. Вот просто, типа, вот, ну, вы вот думаете, типа, Саня, блядь, где-то ошибается, там еще что-то. Вы просто не понимаете глубины мысли, понимаете? Не видите вы игру наперед. Не мыслите как бы более масштабно. Вы вот одним моментом, блядь, вы усерлись в эти 2 хода и думаете, типа, так правильно, ебать. А я-то как бы шахматист, я продумал сразу. Ну, тут ясно, блядь, ну, тут явно ГГ. Шансов нету. Блядь. Спасибо за игру. И тебе, дружище. Всего хорошего. Так, погоди, ебать. ГО не пробью такое, да. Так, я за чаем, пацаны, сейчас, 3 секунды. Чего не ясно. Направо, в скобочках налево. Бля, мне нравится этот парень вообще, который меня исправляет. Каждую мою эту оплошь. Мне прям красавчик, красавчик. Ты что, типа, всю ночь проиграл и весь вечер проиграл, и сейчас сидишь? Я говорю, да. А она такая говорит, а у тебя все нормально там? Ты вообще, ну, типа, что планируешь-то? Я говорю, мам, я планирую стать профессиональным киберспортсменом. Она так вот на меня посмотрела, долбоёб. И дверь закрыла просто. Вот так вот раньше был разговор с родителями, понимаете? А сейчас, конечно. А вот. Такие дела. А что такое? Спасибо моей маме, что никогда мне не препятствовала, кстати. Блять, помянем нахуй. Пресс-эф, пацаны, ставьте. Там, кто такой Вуду, чё, кого, ей все рассказали. Она такая, понятно, а я думала, у Кекса только один друг, это Гудок. Ей говорят, нет, есть еще Саня, долбарь.